Всем здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел рассказать о очень крутой игре, которая выйдет уже сегодня на iOS устройствах и позже выйдет на Android устройствах, и также на PC Vita. Игра представляет себя хоррор от третьего лица. Вот. Игра обладает просто ошеломительной графикой, очень страшным сюжетом и вообще мурашки по коже от этой игры у вас 100% будут. По сюжету в игре мы будем исследовать заброшенную лечебницу, вот, наполненную темными углами странными манекенами. И главная героиня наша девушка по имени Роуз Хокинс. Дело в том, что пропала девочка одна, и она пошла ее искать. Давайте сейчас насладимся вообще кадрами самой игры. Реально очень-очень страшная. А помимо этого, еще разработчики планируют выпустить ее на PC. По стилю игра очень сильно напоминает такую игру, как Silent Hill, Alone in the Dark, да? То есть я в эти части, в эти игры играл. Как вы видите, графика реально кайфная. То есть вы видите различные освещения, тени, вода. А даже на голове у главной героини волосы очень-очень правдоподобно шевелятся. На нас будут нападать различные непонятные темные существа, которые как будто будут проходить сквозь стены. Непонятные манекены, которые не двигаются и просто лежат. Вот, сейчас их конкретно показывают. Короче, непонятное место, как будто мы спустились куда-то в ад, да, и пытаемся спасти вот эту девочку, которую надо обязательно. Как видите, очень много будет крови в некоторых моментах. То есть игра очень-очень страшная. И самое главное, атмосферно. А данную игру разработчики создавали более 3 лет. А вот и девочка, которую мы должны с вами найти. Будем бегать, искать, сражаться с различными вот этими темными существами, выживать, уставать и как-то все-таки найти эту девочку. Будем использовать различные виды оружия. Как вы видите, в руках у нас какая-то металлическая труба. И пытаться будем этих призраков завалить. Короче, игра очень-очень офигенная. Я буду ждать ее обязательно. Наверняка буду ее проходить. А как только она появится, я обязательно сделаю на нее обзор. Также, как вы видите, будут различные виды оружия. Вы сможете стрелять из пистолетов. И вот самая главная, конечно, проблема – это манекены, которые могут вот так вот ожить. Короче, игра очень-очень кайфная, интересная. Всем обязательно советую в нее сыграть, как только она появится. С вами был Android Androidыч. Всем пока, до скорых встреч.